Новости культуры. В театре кукол при областном драматеатре премьера. Здесь поставили Маугли Киплинга. Это любимая детская книга о человеческом детеныше, которую выкормила волчья семья. Мать-волчица Ракша не отдала малыша на растерзание тигру-людоеду Шерхану. В приемной семье мальчика назвали Маугли лягушонком. Законом джунглей его обучали медведь Балу и пантера Багира. Маугли вырастает смелым, сильным. Он не раз спасает своих сородичей от гибели и предательства. Побеждает тигра Шерхана, который чинил всякие козни. Эта история, по мнению актеров, учит быть честным, храбрым, справедливым, уважать старших, жить по совести. Напомним, кукольная группа «Дети Нартая» была создана в 2004 году при театре. В настоящее время в их репертуаре около 10 спектаклей. Мне понравилось сегодняшнее представление, и дети были в восторге. Пусть будут больше таких спектаклей. Сегодня мы представили спектакль «Маугли» по книге английского писателя Киплинга. В нем рассказывается о взаимоотношениях человека с животным миром. Я очень рада за своих актеров. Они сыграли замечательно.